Красопета такая, красопета просто. Глаза красного, блин. Такая, это порода такая, что он здоровый, да, такой. Гозин. Ой, великан. Великан. А, белые покровы, красные глаза, это... А вы так поверните его сюда. А здесь просто... А где глаза? Видите, они очень красиво. Прямо аж вылуплено. Я поняла. Ну, ноги здоровые. У него глаза разные, кстати, да? А это на одном глазу катаракта, это бывает у альбиносов. Да, мы высмотрели, что у него больной глазик. Видите, как он трусит, он боится. Боится, да? Ну, трусливый, как заяц. Маленькие кролики, вот они привыкли, что их гладят, а вот взрослые, они вот прям боятся, если их с детства не брали на руки. А. Хороший, хороший. Трусовчик. Не бойся. Боже. Где такое большое животное? Вот это по-разному. Ну это вывели у нас в Украине. Да? А сколько ему? 1900. Ему 8 месяцев, весит 12 килограмм. 8 растут месяцев? Они, да, растут они до 70 сантиметров. А, подождите, а когда им больше там? Они растут всего до 20 килограмм и длину тела до 70 сантиметров. А сейчас они? Живут они 5-7 лет, 3-5 лет, ну как и обычные кролики. От 3 до 5 лет. Сейчас ему 8 месяцев. 12 килограмм. Вон там девочка у нас 15 весит. А возьмите девочку. 12. А можно потом опять белую? Белый, конечно, красивее. Так, на. Вот, а вот и девочка. Да, это его любимая поза, просто. Это а это сколько весит, получается? 15. Поднимайся вокруг. 15. Гигант целая. Поднимите к свету. Боже, какая красота! Просто красота! 15 килограмм, да, дорогая? Тоже у нас вывели его, конечно. Да? Саша? Фишка. Какая красотка! Тяжело держать. Да.